Так, Саш, ты готов, нет? Саша, ну я сразу хочу все поставить, чтобы потом в кадре не прыгать. Так нет, да что такого-то можно? Да, я готов. Ты готов, так. Не оставлять камни на камни, да, от того, что расскажет ЮБХ. ЮБХ. Да. Я готов. Почти всегда. ХЮБ. ХЮБ. ММКФ. ММКФ. Все запущено. Ой, я буду сегодня лохмак. Прекрасно. Не просто лохмат, как хороши, как свежи будут розы. Хороши, как свежи были кудри. Прекрасно. Ты все уже ноль. Тебе брошенные в гроб. Размечтался. Твоей страной. Тебе брошенные. Размечтался. Тебе в харю брошенные. Вы жиды, не дождетесь. Вы жиды. КВЖД. КВЖД. Кожвен. Да. Кожвенде. Он сегодня жаловался, что его этим самым уже там не экстремистом, а кем его фашистом там называют. Нацистом, да. Нацистом это оружие. Написали, что я удаляю комменты только тех людей, чья фамилия заканчивается на ОВ. На ОВ? Я написал, вы правы, я удаляю комменты дураков. Дураков. Мудаков. Чудаков. Бред. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Ой, ехать тут. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вот чудеса, собственно. Вот чудеса, да. Юля, дождь. Да. Да это не джаз, это херня. Перестань, по ним воскресеньям играют живой джаз. Ни разу не слышал, сколько здесь бывает. Ну вот они теперь в это время. Они напились. У них была среда и суббота, а теперь воскресенье. Они напились и буянят. Просто дать им денег. Дай им денег. Ну что, проси, опять дать денег. Что ж такое-то, всем дай денег и все. Что же, во что вопрос не уперся? Кстати, это можно неплохим фоном. Нет, не орать, не очень громко играют. Они еще играют? Да, и там расстроены. Ну, в том-то все и дело, что они. Он расстроен сильнее Хейфица? Да, конечно. Ну тут вообще не будем слышать. Ладно, вот давай. Хорошо. Итак. Итак, собственно говоря, мы... Нет, я сейчас как бы 2-3 слова скажу, собственно говоря. Потом мы делаем как? Собственно говоря, я говорю о том, что у нас была вот эта вот передачка, и мы там когда-то тогда говорили, мы говорили о том-то, потом мы как бы замолкаем на секундочку, я просто пускаю этот кусок. Да. А потом мы как бы возвращаемся и говорим, что как это... Да. Готово? Готово. Доброе утро. Доброе утро. Как всегда. Утро красит нежным светом стенки древнего Кремля. Кстати, о Кремле. Не на радость нам поэтам, а Кремля продажи для. Да, это все продаст. Да. Вот Хейфица все продадут. И купит, да. И снова продаст, потому Итак, что он Хейфица. Пониковский. Да. Вот. И, собственно говоря, у нас сегодня, так сказать, небольшой такой возврат в прошлое. Разврат в прошлое. Практически. Да. Вот мы в конце лета писали передачку. Тогда мы очень. Юрий Борисович нас собрал буквально сам и хотел, чтобы мы высказались по поводу Ходорковского, выпустили его на свободу, или не выпустят на свободу, считаем ли правильно, неправильно. Да. Вот, мы тогда записали передачу, которую я, собственно говоря, посмотрел, решил не выдавать и бросил ее в ящик явной болялости. Ну правильно, это вечность же. Да. И мне, собственно говоря, захотелось ее из этого ящика извлечь, потому что произошли некоторые изменения. Тотальные, вот. Я считаю. Тотальные, не тотальные, ну нечто там сказать произошло. Я подумал, что неплохо бы переписать. Не то, чтобы перейти на финал, а дописать немножечко к той существующей передаче, что мы сейчас и сделаем. Мы, наверное, некий итог. Ну, некий итог, некое, собственно говоря, новое видение. Да. Потому что там, возможно, изменились взгляды на это событие. Вот. И мы сейчас посмотрим себе на то, что мы говорили в конце июля 2010 года. Да. И что у нас произошло в декабре. Давайте, интересно. Смотрим. Посмотрели. Итак, у меня появился такой большой вопрос. Оно очень много-много лет удачно работало. Да. Причем многим авторам оно платило, я с ними работал, да? Вот, и оно выплачивало моим авторам. Да. И у меня вопрос, зачем нужно было ломать машину, когда можно было заставить ее просто по-другому работать? Вот в том-то все. Сделав российский айдю. Да, в том-то все. Я думаю, что это перерастопление финансовых потоков. И больше ничего. Вот я вас предупреждал, все сейчас начнется. В том-то все и дело. Значит, смотрите, что я хочу играть. Если бы даже преступление Ходорковского было доказано, значит, Советов. Да? Послушайте. Конечно.
рассказывать, они же здесь главные, не мы. Не, нет, я просто интересуюсь. Я вообще предлагал в прошлый раз писать этот сам. Я же не знал, что это случится. А я же предлагал, да, просто у меня здесь стал не Я думаю, что ориентирует. Ну подождем, что закончится. После этого, да, но после этого с ним стали происходить изумительные вещи. А он такой мальчик, у него хвостик такой здесь, значит, вот, такая бородка, значит, и он поехал корреспондентом на какое-то мероприятие, которое имело отношение к церковным делам. И вдруг какая-то бабушка подходит к нему и говорит: «Батюшка, благословить!» Говорит, интернет с вами. Слушай, так это же волшебная история. Я об этом в свое время писал в блоге. Это не сейчас, потому что я сейчас вообще без бороды и так далее. А вот я же большую часть времени, ты же помнишь, я ходил в дом, где длинные были вот такие волосы, довольно-таки большая борода. Меня заколебали. Мне несколько раз подходили. Несколько раз. Причем вот сам, тут уже метро подходит. Да, я бы сказал, с глазами. Подходят и просто я плачут. Тоже хочу назвать тебя бабушкой, я каждый раз просто дергаюсь. Да. Так самое смешное даже не это. Самое смешное даже не это. Вроде бы я не совсем старый, так сказать. Я просто... А это не важно. Нет, даже не в этом дело. Просто на улице как бы тоже иду, когда подходят, слушай, говорит, отец ко мне обращается. Отец, да. Ну а как ты, мать? Я припух. Ну а как? Матушка, мать? Нет, ты очень солиден. Да, я солиден. Так, мы батарейку попусту расходуем. Мы расходуем все попусту. У нас батарейка на 8 часов, так что нормально. Ну, она у тебя всегда на 8, потом отключается. Это вот это, да, да, да. Вот это рано отключается. Это не батарейка отключается. У них стоит стопор у всех камер на 30 минут. Вот, собственно, список я вам его выкладываю. А что это такое? Ну, это тезисы. Тезисы. Тезисы чего? Что это такое? Что это такое? Что это за птица? Смотрите, я подниму вот так, чтобы отлично мешало. Ты же получил, когда я вчера по почте не видел. А его там никогда не читает. Я оформляю, он сам говорит, да, не читает. Нет, это я не получал. Да, получал вложенный файл. Нет, я не успел, наверное. Ничего не успел. Сейчас я. Не успел жить. Ну, слушай, это точно. Я прочел. Так, я все-таки там запущу заново, а то у нас все-таки 30 минут. А ты же говоришь, что оно врет. До того, как мы начали писать 6 минут, оно показывало 60 минут. Сейчас покажешь, у нас 30 минут. То есть, грубо говоря, 6 минут за 30 засчитал. То есть, у нас минут 20 есть. Хорошо. Ну, а нам столько и хватит. Так, еще раз проверю на всякий случай. Я перестраховываюсь. Идет счетчик. Вообще, здесь я сейчас запущу. А здесь мы висим. А, здесь мы висим, потому что я ничего не запустил. Это записанное висит. Так. Записано. А это вот новая видеозапись. И она... Давай. И она. Уровень звука прекрасен. Да, есть специально у тебя звучит индикатор, чтобы видеть его. Ну че. Доброе утро, наши дорогие смотрящие, слушающие. В Москве ад. В Москве ад. 291 по Ренуру. По Фаренгейту 753. Хорошо. Да, яичница жарится на ладони. И на лысине кипится. Нет. Мне никто пока не кладет яйца на лысину. Не повезло. Я умолял многих это сделать, никто на это не пошел. Попроси господина Орлова, смотри, какой интеллигентный. Господин Орлов. Если вернуться к теме нашей встречи, да. То... А как там с темой? Сегодня нас вообще собрал не я, сегодня нас собрал Кефиц. Да. Он нагло вообще вытащил меня оттуда, откуда если не надо. Если ты дашь мне, если ты дашь мне. Не да, он тебе пускай девушки дают. Нет, это невозможно, посмотри на меня, о чем ты говоришь. И если вернуться, к теме, то мы уходим на каникулы. Да, мы собираемся записать сейчас передачку и отдохнуть месяц от вас, нам надоело. Да, потому что вы никак ведь не даете нам знать, нужны вам эти программы. Да, вы не даете Хейфицу. Не даете Хейфицу никто и никогда. В этом вы правы, конечно, мне только никогда не можете терпеть, уезжайте, не можете уехать, терпите. Да? Да. Ты же сидишь и терпишь, не уезжаешь. Знаешь, я не терплю. Я, похоже, тоже совершаю ошибку, что вот... Много болтаю. Вот или меньше болтай, или уезжай. Хороший совет. Такой чикинский совет. Хороший совет. Ну что, с каникулами? Да. Да. Отдохнем немножко. Да, отдохнешь и ты, да. Да. Мы уложились? Да. Сколько там? Пышка. 17, отлично. Ну, вот. Даже меньше. Это немножко почикай, я все равно почикаю. Я слово гнида вырежу обязательно. Не гнида, а быдло. Быдло, нет. Там у тебя было гнусное гнидо. Так, не забудьте по окончании записи включить сотовый телефон.